Всем привет! С вами, как всегда, Ярослав. И сегодня нам пришло посылки, как всегда. 6 посылок пришло. Всем здравствуйте. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Какое начнем? С Нюшиного ошейника. С Нюшиного ошейника. Он же собака. Давай. Что-то внутри. У нас визитка. Папа, а ты что, заказал у нас визитку? Ну, уже повидишь. У всех обзорчиков есть там. Это не ошейник. Это не ошейник. Это прибор для лепки китайской мели. Тесто, начинку сюда японский. Ну вот. А тут обрезаем это. Это не для меня. Я люблю наши русские. Русские пельмени на китайском. Стоит копейки все. Все как всегда будет. В конце видео. О! Что это? О! Это прихватки для чашки. Вот они. Так, чашечку брать. Кстати, дай только сюда. Сегодня приехали. Большие. Вчера приехали из Алтая. Опять ты вылазишь. Что там, стул высоко? Дорога. Ниже опусти. Открывай. Нет, что это? Давай. Дай я открою. Ножом вообще. Это игрушка, это игрушка, это игрушка. Да нет, это не игрушка. Он ничего не запаковали. Это не уши? Нет. А что это? Это не уши, папа? Нет. Это опять кухонные гаджеты на чашку. Крепите на краешек и наливаете по вкусу кетчуп, майонез. Вот так вот сюда на чашечку крепится и сюда наливаете. Ну тоже они большие. Так, 3 есть, 3 кухонных гаджета. Давай. 4. Вот. На посылке-то 3. Так, здесь смотрим. О, новый нож. Новый нож. Тут даже вон, с черепушками. На рыбалку брать. Джиль. Или гриль. 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 Джиль. Ага. Черепа тут острый. Следующую посылку им открою. Тоже недорогой. Ножей уже целая куча. Смотрим, что здесь. О, нифига как режет. О, это нет. Здесь термометр. Нет. И часы в машину. Чего стоило? А это там нет. Вот уже мануал есть какой-то. Мануал. Тонами. Все недорого. Доедем. Папа, это мне. Это мне. Папа, это мне. О, нифига, я там что-то даже забыл. Ну-ка. Прищепка. Ге-ге-ге-ге-ге-ге-ге-ге. Вот, смотри.
литература. Еле. Папа, давай. Наверное, кнопки как настраивать. Время становится, машина стоит. Так, а как еще ты? Она дальше не вставляется. А, держи хоть. Вроде держи. Ага. А что тут? Сейчас посмотрим, сейчас. Наверное, опять одну кнопку устанавливаю. Нет. Да, 28 градусов уже. Да, вот. Ну-ка. Вот. Тут батарейки. Это стоп обычно. Ладно, разберемся. Так, ну и что, давай последний. Я уже не могу терпеть. Если игрушка, я рад. Если не игрушка, я не знаю. Ну, наверное, будет. Оп, тихо. Это стекло пришло. Еще одно. Люмини на телефон. Сын приедет. Старший. И наклеим. Ну вот и все посылки. Папа, закажешь мне тоже стекло на телефон? Тебе? Да. Закажу. На мой телефон. Ну все. На этом. Прощайся. Всем пока. До новых встреч. Так. Еще раз приклеим пленку. Вот пленка пришла. Очень хорошо. Продавец упаковал. Ой, все рассыпалось. Сыну пленка на телефон. Смотрите, как он все укомплектовал. Кстати, очень пришла. Хороший продавец. Так, первое. Перед тем, как накладывать пленку, нужно выключить телефон. Выключен. Выключен. Берем потом в комплекте такие вот наклейки, шли, не знаю зачем. На. И вот. Вайп. Это у нас влажная салфетка. Ой, драй. Влажная. Вит. Вит у нас вот первый номер. Это у нас сырая салфетка. И телефон мы отключили для того, чтобы когда протираем, ничего не сработало. Протирать будешь телефон свой, нет? А кто будет протирать? Ну, я. Так, перепутал я. Вот эта первая у нас сухая, вторая влажная. Короче, они обе сухие оказались. Что с этого пакета, что с этого. Что тут, что там. Ну, ничего. И этим протирать. Или подручными средствами. Протираем телефон, очень важно, чтобы никаких разводов не осталось, потому что потом с этим стеклом сколько вы будете ходить. Так, где вторая салфетка? Короче, влажной салфетки вообще нет, они обе сухие пришли. Только похвалил продавца, что быстро дошло все. А вон как, две сухих салфетки прислал. Вообще китайские товары иногда очень разочаровывают. Поэтому нужно быть аккуратнее. Смотрите обзоры, что стоит заказывать, что не стоит. Если раньше я брал все подряд, то сейчас я уже думаю, что брать. Сначала было интересно. Так, ну вроде все, разводов не видно на телефоне. Стекло можно найти абсолютно на любой телефон и всего
рублей за 80. 80 рублей, да, стекло. 83, по-моему, оно стоило. Когда заказывал. И вот само стекло. Тут мы уже ничего не протираем. Вот такой ярлычок есть. Он должен отойти с пленкой. И потом просто сверху накладываем. Так. Ой, я пальцем задел. Видите, я сниму пока? Нет. Нельзя пока снимать. Все, теперь тянем за ярлычок, пленка отходит и накладываем. Главное ровно положить. Самое интересное, как она кладется сюда или ложится. Кладется. Кладется или ложится? Ложится. Кто знает? Ложится. Не понял, тут какая-то трещина, смотрите. Ну, удачно. Наверное, торопился. Продавать. И сухие положу, салфетки. Вот, смотрите. Ой, вот-вот-вот, пошла. Все, легла. Я это не видел. Как это жаль, печаль. Не, нету никаких царапин. Это ерунда была. Сейчас воздух выгоним последний. И все. А, я отсвечусь. Я спрятал. Так, ладно. Готов твой телефон. Не забирай. Все, пока.